Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал Мтг Сибирь, и сегодня у нас очередная колода на обзоре. А именно, в голову мне пришло собрать симиков на... Даже не знаю, как это назвать. Это и фракталы, и мегакрафт, и рампа, и вообще все подряд. Короче, получается такая безумная-безумная колода, которую сегодня хочу вам представить на обзор. Давайте начнем с козырей. Это две копии Арвара Всеобличия. За 4 маны существует 3-3 имитатор. Он является всеми типами всех существ. Перевертыш. Ну, как я, собственно, и говорил. Каждый раз, когда вы разыгрываете мгновенное заклинание или волшебство, если его целью является одно или несколько перманентов под вашим контролем, в своем фишку, а являющейся копией одного из тех перманентов. И когда заклинание или способность под контролем оппонента должны сбросить этого арвара с вашей руки, то мы отсадим фишку, являющуюся копией целевого перманента. Вот так вот. Далее. Конечно же, три копии Рен и три копии Колесницы. Наши винконы, да? Неплохие. Далее. У нас есть вот такие классные чуваки, как... Маг клятвы из Квадрикса за 3 маны 2-2, чародейство, каждый раз, когда мы разыгрываем или копируем мгновенное заклинание или заклинание волшебства, мы куем один жетон плюс 1 на мага клятвы Квадрикса. Далее. Биоматематик за 3 маны 2-2, когда он выходит на поле битвы, мы ставим одну фишку существа 0-0, зеленый и синий фрактал, и куем один жетон плюс 1 на каждый фрактал под нашим контролем. Вот. Потом у нас, конечно же, есть две копии нападения на фестиваль, но это чтобы там стоп-дека искать угрозы и угрозки. Две копии призыва невидимых лучей за 6 маны. Мы ставим фишку существа 0-0, зеленый и синий фрактал. И куем у него x жетонов, где x количество земель под нашим контролем. Тут он явная синергия с Рен и с Ашаи, душа дебри. За 5 маны xx сила выносливости равна количеству земель под нашим контролем. И не являющиеся фишками существа под нашим контролем являются лесами. Вот, то есть могут добавить ману и качать вот эту вот фишку с Рен. И, собственно, качать при выходе призыва невидимых лучей, вот этого вот большого фрактала. Потом, две копии учебной экскурсии разгонять по манке, чтобы быстрее ставить большие вот эти вот угрозы. У нас, кстати, да, уроки, есть 7 уроков в сайде. 4 копии деления на 0, за 3 маны вы верните целевое заклинание или перманент, и выучите урок тоже, да. Две копии открывшихся последовательности. Последовательностей за 2 маны. Волшебство мы ищем в нашей земле карту базовой земли, кладем ее на поле битвы, кладем на нее столько жетонов, сколько земель в этом ходу вошло в игру, и она является фракталом. Вот. Ну, что тоже, да, немаловажно. То есть за счет биоматематика мы можем его вкачивать, плюс разыгрывая какие-то спеллы, мы можем копировать этого биоматематика с помощью арвара и снова делать фракталов и снова вкачивать, и снова класть на него каунтера. За счет чего это происходит? За счет, во-первых, снежной схватки. За одну ману мы убираем целое существо под нашим контролем, и целое существо не под нашим контролем, и они дерутся, только если у нас есть 3 снежных земли, то наши еще получают плюс 1, плюс 0 и неразрушимость. Поэтому мы играем пачкой снежных земель. Плюс у нас есть 2 копии завесы змеиной кожи за одну ману, мы кладем жетон плюс 1, плюс 1 целое существо по нашим контролям, и оно получает прочую устойчивость. И 3 копии угасающей надежды мы можем вернуть целевое существо, причем в том же плане мы можем вернуть и свое существо, и не только оппонента. И, кстати, деление на 0 мы тоже можем подтаргетить свой перманент, не только оппонента. И сделать, собственно, его копию с помощью арвара, свое спасти и еще, допустим, сделать копию. Вот так вот. По землям мы играем 6 заснеженных островов, 8 заснеженных лесов, где они 3 копии водопада, тоже заснеженные, и 3 копии безликого ущелья, тоже заснеженные. Да? Из таких вот небазовых земель у нас 2 копии каскада и 2 копии тропы. Вот все, вот такая вот колода. Думаю, по-моему, рассказал про каждую из карт. Ставьте ваши лайки. А, да, уроки. Уроки. Наука среди, естественно. Мы ищем в нашей библиотеке карту базовой земли. Кладем ее на поле в руку и шафлимся. Гений 2 хита. Одна копия учений древних за 3 маны. Если у оппонента больше карт в руке, чем у нас, мы дроваем 2 карточки. Или 3, если у оппонента на 4 больше карт в руке. Далее, основа сотворения, то есть за 3 маны мы смотрим 6 верхних карт, показываем за нее кричу, кладем в руку. У нас крич не так уж много, но все они достаточно интересные и полезные, что немаловажно. Это на тот случай, если у нас совсем уж нету крича, с этим беда. Прорыв сдерживания, за 3 маны мы уничтожаем целевой артефакт или чары, и если он там мало стоит, то кладем еще вредителя. Потом расширенная анатомия,
кладем два жетона плюс непосредственно целевое существо, оно получает бдительность до конца хода. Это как раз работает очень хорошо с сарваром все обличия, чтобы, допустим, его потаргетить или какой-то другой. Может быть, мы колесницу Эсики оживили, или... Да, колесницу Эсики, допустим, оживили, или еще что-то, или просто на фрактала, или на лесовика, неважно. Далее. Далее две выставки талисманов. Вот и все. Собственно, такая вот колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Давайте попробуем потестить. Не знаю, что получится, неважно, что получится. Выиграем, проиграем. Просто хочу такой вот интересная, смешная, достаточно забавная, милая колода, которая ни на что абсолютно не претендует. Ну, пофаниться нам никто не запрещает. Давайте посмотрим, как она себя поведет. И да, друзья, завтра, скорее всего, в 8 вечера у меня будет стрим, будет битва с подписчиками, я выбираю колоду, подписчики выбирают любые колоды, и мы будем играть, фаниться, весело проводить время, поэтому залетайте на стрим обязательно. Да, в принципе, можно кинуть такую руку. Залетайте на стрим, будет очень интересно. Если боитесь пропустить, то поставьте себе колокольчик на канале, и тогда вы стримы никогда мои не пропустите. Экип. Зеленая, окей. Синяя, сходи. Вот это вот очень, очень крутой. Он может быть просто очень-очень большой. И это очень-очень классно. А еще раз сыграешь его? Я уверен, что сыграешь. Не. Ну ладно, окей. Давайте. Лес, сходи. Может, он не с ускорения выходит? Нет. Поэтому не важно. Предварительно в стае. Хорошо. Так, ну давайте, такую землю. А, вопрос, хочу ли я или не хочу сейчас мага? Наверное, нет. Наверное, просто ход. Конец хода. Арни? Арни, это вещь. Давайте найдем себе что-нибудь. Что-нибудь интересное, да? Давайте, знаете что? Давайте даже науку, наверное. Пока. Плохо нет ни вторых, ни первых дропов, нет? Это прямо... О! Колесница просто шикарно. Так. Давайте-ка посмотрим на поле битвы. Наверное, за зеленой. И колесница. Ходи. Колесница отлично тут топ-дек для нас был. Ну и, в принципе, следующий ход мы можем каких-то два спелла сыграть. Чтобы ночь пройти в день. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу! Что такое? Что происходит? Он будет его жертвовать, интересно, или нет? Ну, даже если он пожертвует и убьет, ладно, минус крич. Пас. Арни пороть? Нет? Боишься? Боишься? Ладно. Мой ход. Так. Тогда. Давайте, наверное... У нас нету трех снежных, да? Давайте, наверное, экскурсия. Зелененькую. И что-нибудь найдем интересное, да? Например. Давайте выставку даже. Почему бы и нет, собственно? Давайте. Так. Так, давайте оживим. Давайте оживим. Сейчас все, весь соло разберем. Да, убил. Хорошо. Давайте снежная схватка. Сюда. Сюда.
Теперь у нас есть три снежные маны. И мы запросто убиваем марни. Все, ходи. Ходи, братан. Есть земля. Четвертая земля. Кесельский такой. А, еще один. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Земелечка, да, шестая. Это неплохо. Давайте маг. Давайте далее. Давайте атака. На 4. Угу. Конец хода. Ну и мы можем просто его прикрыть сейчас с помощью деления. Класс следопыт. Воу. Ладно. Качал, да, качал. Ну, пас. Пошли в атаку, да? В руку его. Давайте найдем себе прорыв. Давайте сами блок. Угу. Ну и, видимо, да, предварить. Хорошо. Без проблем. И земля. Да. Ой. Это интересно. Но пока он нам не нужен. Потому что нам нужен маг. Клятвы. И нам нужен вот такой прорыв. Я еще себе сделаем такой. Давайте в атаку. Прожитого дебри, да. А он что становится? Он становится 5-3. Окей. А давайте атака. На 4. Есть контакт тесно-телесный. Неплохо. Ну, по крайней мере. Окей. Ладно. Что, атака всеми? Эти пошли в атаку. Хорошо. Там нанес дамаг. Видимо, вредителей в меня, да? Ну ладно. Погенили хит. Тут же его потеряли. Ничего не произошло. Короче, давайте так. Сюда. Давайте эти сюда. Не жалко абсолютно. Вообще не жалко. Дальше. Земля. Ходи, да. Рен. Рен, это кайф. Давайте наука в среде. 5-5 наш. Давайте остров на этот раз найдем. Давайте остров. Давайте, Рен. Стакеном 7-7. Атака на 5. Спасибо. И ход. Ну и выставка следующим ходом, да? Как бы. Она намекает. Так. Каждый раз, когда вы выберете инвентарь. Да, перманента. Копию фишки тоже можно создать. Шабаш, да. Вообще, выбор некоторых карт, конечно, меня очень напрягает. Я его не понимаю. Ну ладно. Передо мага в рен. Без проблем. Так. Ну давайте, чё. Давайте выставка. Давайте так, давайте атака на 14. Ну я не вижу, как он может сейчас нас выиграть уже. Да. Окей, 4-4 ускорение, да. Шабаш.
Что теперь существа с силой 2 или меньше могут блокировать? Ну это же без проблем. Игра с огнем. Сюда. Ладно. Уговорил. Ну нет, ну блин. Ну что такое? Ну ладно. Все, окей. Первая игра с нами против вервольфов. Они были немножечко недособраны, но у нас-то вообще просто фановые симики. Поэтому не вижу здесь ничего нечестного абсолютно. Давайте следующую. Так, заберем приз. И следующую сыграем. И вот фановые симики получились. Но, кстати, ни один из однодроповых спелов не пришел, чтобы мы могли скопировать какое-нибудь существо по нашему такому. Это прискорбно. Так. Ладно, давайте кип. Очень странная рука. Крайне странная. Ну ладно. Да. Фу. Не прикольно, на самом деле, если мы потом биоматематики вот этого и сможем их копировать, то это будет прямо тема. Это будет значить, что у нас все хорошо и все удалось. Так. Убежище. Биоматематика. А, не ожидал такого, да? Не ожидал. Никто не ожидал. Такого вообще никто не ожидает в стандарте. Может его подождать ход? Чтобы прикрыть биоматематика? Бесстрашный противник. Окей. Да. Да-да-да. Так. Ну ладно, давайте тогда. Такая земля. И такой. Арвар. И... Нет, а так ходи. У него чего-то считают. Вервольф. Окей. Я почему-то думал, что это Пенсволкер. Ну, видимо, просто запамятовал. Ладно. Жестокий кота. Да. Да, забрал. И авангард деревушки. Хорошо. Да, здоровый такой авангард, конечно, получился. Но. Ничего страшного уже. Давайте схватка. Чепоник. Чепоник. Давайте. Такая. И ход. Посмотрим, сможем ли мы такому противостоять. Конечно, 8-8, чувак, это жесть. Что с ним делать, вообще непонятно. У него еще оберег 2. Это важно помнить. На самом деле, достаточно важно помнить, действительно. Земля. Авангард, да. Круто. Пас. Угу. Так. Ну, давайте завеса. Вот сюда. Давайте этот фрактал сюда встанет. Этот фрактал сюда встанет. Угу. Объявление свадьбы, без проблем. Так. Уже интересно. Что мы можем? Вопрос. А чё? Почему он подрывался? А, понял. Хорошая. Ну как? Включить.
Очень хорошая чарка, если честно. Так. Как нам все это выиграть теперь? Так. Давайте, наверное, оживим землю. Попробуем одного из них убить. Сталблок. Окей. А, у нас не хватает маны. Блин, зачем я это сделал? У него же оберег, я забываю про это. Ну ладно. Вот я лось. Тут не получится. Тут не получится. Блин, нам бы сейчас баунс. Было бы просто замечательно. Да. Волк, видит? Че он там забыл? Ну ладно. Кибирское устранение. Хорошо. Я взял карточку. О! Неплохо. Наверное. В любом случае, пока жить можно. Аделина. Ладно. Пас. Этого в руку. Я уверен в этом. Все 100%. Автооплата. Нет, нет, нет. Хватит земель. Много земель сегодня. Давайте с вами будем. Да, тогда землю, конечно, я зря задал. За просто так получается. Блин, а тут толку нету. А, катильда, ладно. Ну и все, наверное, да? Ну и все же, наверное. Я вот не знаю, что мы сейчас должны такое подробить, чтобы прямо у нас все было шикарно. Честно. Да. Ну нет. Тут что-то прям... Прям жесткая непруха. Прям жесткая непруха получилась. Ладно. Давайте тогда следующую попробуем. Так. Что такое? Что за непруха? Почему винконы не пришли? Практически столько всего хорошего. Та же бы Ашая просто бы навела шороху. Мега много. Мега много. Мега много шороха. Но она нам не пришла. Ну давайте, да, попробуем. Тут достаточно такая рука хорошая. Ну что? Оппонент. Да, мы кипнем однозначно. Давайте так, ходи. Земелька. О! Есть возможность заиметь тебе первого фрактала. Он же земля для маноразгона. Это замечательно. Замечательно. Давайте, наверное, за зелененькой. И ход. Белая. Давайте, наверное, атака. Я думаю, что это дека на ходах. Поэтому, наверное, чем мы раньше поставим Ашаю, тем нам будет лучше.
Хочу экскурсию. Как бы, если она и получится, это будет замечательно, если она не получится, но ничего страшного, так скажем. Окей. Не критично. Все-таки, мне кажется, надо было оставить немножко маны для защиты. Ну, то, что он сейчас ничего не делает, это нам только на руку. Только в плюс нам играет. Главное сейчас не потерять эту землю, кричу, что если мы натопдекаем землю, то мы сыграем Ашай. А с Ашай ему уже будет сложно бороться. Что это? Зачем оно вообще нужно? Уйди. Может, это дека на духах? Не, биоматематика нам сейчас нужнее земля, конечно. И ход. Да что за неугомонный товарищ нам попался? А что, он не может быть отконтрен? У нас синий нету. Ладно. Вот я лось. Мой ход. Ой, земля. Это не земля. Это не земля. Ну, тем не менее. Как бы так сказать. Настолько хороших карт. Блин. Далее конец хода. У нас столько, блин, хороших карт, и мы не можем ничего сыграть. Это прямо... прямо преступление какое-то. Прямо недопустимо. Да. Все, можно, можно. Пока можно. Ну, пас все еще. Мой ход. Колесница. Может быть, даже нам сейчас колесница будет интереснее. Ходи. Мы все равно пока что реанимировать нечего. Не знаю, зачем это все нужно. Призрак. Ладно. Теперь есть что реанимировать, да? Хорошо. Земля! Ура! Неужели? Ходи. Неужели это земля? Я не верю своим глазам, ребят. Неужели это земля? Ну, понятно, тоже покручивает немножко. Поэтому как бы мы сейчас в равных условиях, наверное, не знаю. Что это? Окей. Пас. Хорошо. Ой. Извините, ребят. Звонят всякие. Пошел в атаку. Так. Либо так мы потеряем землю, либо так мы потеряем землю. Давай пас.
Не знаю. 900 номер. 8900, что-то там. Нет. Давайте ставим болт двумя. Ну, давайте, наверное, дадим сюда. Последний каунтер. Поможет там или нет? Он уже распределил дамаг. А, ну все равно. Страшно не случилось. Нормально. Давайте ран. Давайте ран с четырьмя... С 5-5 токен. А, нет, а так ходи. Сейчас ран умрет, но токен-то у нас останется. Пусть все ходят в атаку. Хотя... Хотя, может быть, стоило его и вкачать на землю. Так, еще раз. Окей. Земелька. Давайте далее. Давайте атака всеми. Окей. А, давайте тогда. Что? Давайте тогда Ашая. 7-7. Так, что он делает? То же самое. И вот таким. Лена в душе. Не могу, она в душе. Потом спрошу. Хорошо. Так, ну что ты предлагаешь? Этот не растапается. Окей. Так, она 3. И все, да? Хорошо. Давайте тогда мы тоже сделаем атаку. Всеми. Блок сюда. Хорошо. Да? Давайте нападение на фестиваль в таком случае. Много вкусных опций, ребят. Сейчас уже, наверное. Я все равно сделаю токена. Пофигу. Пусть у нас будет очень много токенов. Пусть у нас будет просто дофига токенов. Фестиваль-то тема, конечно. Хотя есть, конечно, очень большая вероятность, что сейчас там просто какой-нибудь Думскар прилетит. Ну, мы останемся с токеном 4-4 и землей, 4-3. Поэтому, может быть, это не будет такой большой потерей для нас. Кофри, чё? Подождите, я должен посчитать, что он делает. Каждый раз, когда другое не является фишкой существа, по вашему которому умирает, сгоните его, если это делается, эту то фишку являющуюся копией этого существа. Окей. Мне кажется, он тоже больше подходит к декину на сакрафайсе.
Но я в этом не уверен. Ладно. Пусть будет так. Давайте наука среди. Найдем себе синьку. Синька. Давайте. Где мне смысл оживлять, да? Это просто атака тремя вот этими большими нашими здоровыми чуваками. Раз, два, три. Далее. Вот это для реанимации нужно. Ну давайте, да. Бам-бам-бам. Разрешить все. 4-4 у нас лег. 3-3 у нас лег. Токен, правда, уже. И он, видимо, сейчас поэкзайлит. Кого он поэкзайлит? Никого не поэкзайлит. Абсолютно. Ну тогда давайте маг. Блин, надо было всем идти в атаку. Я его бы убил, да? А тогда бы он Хофри бы стал был. И снова ему сейчас... И снова ему становится невыгодно. Даже весьма невыгодно. Играть масс ремовал. Типа Думскара. Еще что-то в отсрочку отправил. Ну ладно. И он с ученым умер. Я не знаю, значит, на что он рассчитывает. Это не растапается. Окей. Так, у него 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 блокеров. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 атакеров. Ну как-то он в очень невыгодном положении сейчас находится. Давайте его просто убьем. Далее. Далее. Атака в 7. Ну это все. Друзья, минус 36 оппонента. Перед вами был Симик все подряд. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Я с вами не прощаюсь. Пошел готовить колоду к завтрашней дуэли с подписчиками и со зрителями канала. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.